вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Сильная магнитная буря накроет Красноярск. Уже сегодня ночью ожидают пик до 7 баллов. На каком основании, спрашиваем, они ответить не могут. То есть нету ничего официально, никакой ни бумаги, ни разрешения. Меньше 100 парковочных мест на 15 тысяч красноярцев. Как паркуются жители микрорайона Тихие Зори. Вы что, в пробирке родились? Стали политиками. Откуда вы взялись? Голосование по законопроекту о запрете пропаганды Child Free будет поименным. Одна из партий настаивает, что инициатива нуждается в доработке. На сегодняшний день нам доступны такие направления, как Таиланд, Хайнань, выбирают Шри-Ланку для вылета, но и по России тоже летают. Куда и за сколько можно поехать отдыхать из Красноярска? Жаркие направления и цены на холодный сезон. Подростка, подозреваемого в убийстве опекуна, отправили в СИЗО на 2 месяца. Меру пресечения избрал Железногорский суд. По версии следователей, 15-летний парень зарезал 54-летнюю женщину после ссоры. На допросе подросток заявил, что защищал бабушку, мать погибшей, которая живет с ними в одной квартире. По его словам, женщины поругались, и когда пенсионерка попросила помощи по дому, и также парень рассказал, что в этот момент опекун была пьяна. Обычно, по словам подростка, такие конфликты заканчивались для бабушки побоями. В этот раз он решил якобы ее защитить. Известно, что у парня психическое заболевание, и до ареста он учился в коррекционном классе. Сильная магнитная буря накроет Красноярск. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии. По данным специалистов, возмущения на Солнце начнут усиливаться уже сегодня ночью. Прогнозируют 2 пика бури в 7 баллов. В полдень 4 октября и в 6 часов утра 5 числа. В целом магнитная буря продлится до часу ночи 6 октября. Астрономы зафиксировали, цитата, «исключительно крупный взрыв в центре солнечного диска в области максимального воздействия на Землю». Метеозависимым людям врачи рекомендуют следить за давлением, дополнительно ограничить прием кофе и соленых продуктов, пить побольше воды. Напомню, последний раз магнитную бурю жители Красноярска могли ощутить в середине сентября. За освобождение Александра Глескова намерен бороться глава ЛДПР, депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий. Заявление политика опубликовали в телеграм-канале партии. Председатель либерал-демократов обещает сделать все, чтобы доказать невиновность Глескова. «Мы всей партией его поддерживаем. Мы не боялись говорить правду никогда». Так учил Жириновский. Партийные юристы продолжают работать над делом. Будем бороться, подавать апелляции. Если понадобится, поможем выплатить штраф. Но посадить на такой срок из-за надуманных обвинений не позволим. Приговор Александру Глескову прозвучал накануне. Суд решил отправить депутата законодательного собрания в колонию строгого режима на 10 лет. Также в приговоре штраф в 10 миллионов рублей, доход государства и запрет работать во власти на 8 лет. Сам Глесков свою вину в получении взятки не признает, считает дело сфабрикованным и называет его устранением политических конкурентов. Страна защиты намерена приговор обжаловать. Красноярский экс-депутат Геннадий Торгунаков, осужденный за обман дольщиков, продал свою квартиру, чтобы ее не забрали за долги. Об этом сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, Торгунакову принадлежала квартира в Красноярске площадью 121 квадратный метр. В 2018 году он передал ее своей жене за 9 миллионов рублей. Выяснилось, что у супруги Торгунакова не было финансовой возможности приобрести квартиру. Кроме того, стоимость недвижимости завысили почти на 30%. И через год квартиру купил предприниматель Евгений Генералов, которого самого подозревают в вымогательстве и мошенничестве. Однако недвижимость перепродали, когда компания «Стройинвест», которой руководил Торгунаков, была признана банкротом, а обманутые дольщики захотели вернуть свои деньги. К тому же консьерж и соседи не видели новых жильцов той самой квартиры. В прокуратуре посчитали обе сделки фиктивными. Сейчас сотрудники ведомства обратились в суд с иском и потребовали признать сделку недействительной. Напомню, в конце августа Геннадия Торгунакова приговорили почти к 11 годам колонии общего режима. Его признали виновным по 2 статьям. Злоупотребление полномочиями и присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием
использованием служебного положения. От действий Торгунакова пострадали 308 дольщиков. Общая сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей. Меньше 100 парковочных мест на 15 тысяч красноярцев. С криком о помощи в редакцию ТВК обратились жители микрорайона Тихие Зори. На придомовой территории карманов практически нет, поэтому горожанам предлагают платные парковки за 6 тысяч рублей в месяц. Последней каплей для горожан стали столбы и ограничители вокруг этой платной парковки, которые появились во дворе накануне. Законно ли это? Ответы в сюжете Екатерины Черных. Вечером тут вообще стоят в два ряда. Вот у меня маленькая машинка, и то даже я проезжаю очень медленно. Не проехать, не пройти во дворе Тихих Зорь. Надежда живет здесь с января. Ежедневно девушка ездит на машине с двумя детьми. Одного отвозит в детский сад, другого, девятимесячного малыша, не с кем оставить. Когда возвращается, мест уже нет. Приходится кружить по дворам и выискивать лазейки, делится красноярка. Если и таких не находит, уезжает к бесплатной парковке возле Платинум Арены. Но от нее приходится идти около 15 минут до дома. Вечером с двумя детьми расстояние порой кажется непреодолимым. Надежда говорит, в какой-то момент стала рассматривать единственный вариант – платную парковку. С мужем хотели взять в аренду, потому что это реально удобно, это комфортно. Берите вот это парковочное место. На одну машину это 8 тысяч в месяц. На две машины у нас с мужем две машины, вот они рядышком стоят, 10 тысяч в месяц. Да, вот эти две машины. То есть нам маленечко сейчас не по комфорту, потому что я в декрете, я не работаю пока что. То есть 10 тысяч для меня дорого. Неподъемными цены кажутся многим жителям Тихих Зорь. Сейчас здесь проживают около 15 тысяч человек. А вот бесплатные парковочные места можно по пальцам пересчитать, говорят горожане. Уже почти все заставлено. Что происходит вечером, это не передать словами. Стоят в три ряда, иногда остаются вот такие зазоры, ты еле-еле проезжаешь. Никто не против снимать на парковках места, но цены настолько уже завышены, говорят уже 8 тысяч. Я когда вчера прочитал, меня чуть ли там кондрасть не хватил. 8 тысяч за место какое? Что за что? За эти деньги человек получает место на стоянке без отопления и без охраны. Жильцы говорят, плата за воздух. Поэтому сейчас в Тихих Зорях девиз: кто успел, того и бесплатное парковочное место во дворе. Кому повезло меньше, вынуждены парковаться либо на платных стоянках, либо вдоль главной дороги. Порой машины здесь бросают слишком близко к проезжей части. Это затрудняет движение общественного транспорта, потому что в конце дороги автобусы разворачиваются. Так, например, сегодня один из них задел припаркованный автомобиль. Проезд сузился в два раза. Места для маневра у других водителей автобусов попросту не осталось. И вот так всегда? Всегда, постоянно. Гаишники, вон все знаки стоят, ничего не делают. Последней каплей для красноярцев в этой истории стала установка столбов на придомовой территории возле коммерческой стоянки. На каком основании, спрашиваем, они ответить не могут. То есть нету ничего официально, никакой ни бумаги, ни разрешения. У этой парковки есть официальный выезд и заезд. Но они придумали еще теперь какие-то столбики вдоль своего ограждения поставить. Мы связались с ответственным за коммерческие парковки в Тихих Зорях. Под запись комментировать ситуацию отказывается. Однако рассказывает, что столбы устанавливают из-за автомобилей жильцов. По словам мужчины, машины загораживают въезд на парковку. Это затрудняет проезд других жителей на стоянку. Специалист уверяет, разрешение от управляющей компании есть. Поэтому в законности сомневаться не стоит. Тем временем от организации мы получили совершенно другой ответ. Данные работы производятся на границе земельных участков. Между участком МКД и участком автопарковки управляющая компания никаких согласований по этому поводу не давала. Узнали об этом точно так же, как собственники, только сегодня. То, что он стоит на проезжей части, да, вот это однозначно. В целом же застройщики при строительстве дома обязаны обеспечить парковочные места по нормативам. Но в правилах отсутствует уточнение, что они должны быть для жителей бесплатными. Сами красноярцы говорят, готовы уже на альтернативный вариант – парковку рядом подешевле. На бесплатные места уже никто и не рассчитывает. Возможно, точку в этой истории сможет поставить только суд. В 2023 году прокуратура подала иск на застройщика Тихих Зорь. В ведомстве требуют признать незаконным взимание платы за парковочные места. Мы направили запросы в прокуратуру и к застройщику. Оперативно ситуацию нам прокомментировать не смогли. Екатерина Черных, Мария Шаманаева, Владимир Антонов. Новости ТВК.
Красноярске подорожало молоко. За последние два месяца к стоимости литра прибавилось от 3 до 7 рублей. По данным Красноярскстата, в конце июля средняя стоимость пастеризованного молока была 75 рублей 82 копейки. К сентябрю литр стал стоить 78 рублей 44 копейки. Стерилизованное молоко в конце июля можно было купить за 100 рублей 63 копейки, а в сентябре уже за 107,15. Таким образом, пастеризованное молоко подорожало почти на 3,5%. Стерилизованное на 6,5%. Эксперты говорят, у этого есть несколько причин. Первая – сезонность. Каждую осень закупочные цены растут, потому как сырье становится более востребованным у производителей молочных продуктов. Еще одна причина – увеличение операционных затрат самих производителей молока. То есть повышение стоимости кормов для коров, трудовых ресурсов, упаковки, логистики. Помимо этого, к подорожанию приводит дефицит сырого молока. Он, в свою очередь, связан с повышением спроса. Ежегодное увеличение потребления молока и молочных продуктов. Очень активно развиваются сейчас производство сыров, производство мороженого. Однако сказать, что данная ситуация как-то сильно сейчас отражается на полке и вызывает дефицит продукции, а также ее серьезное удорожание, нельзя. У нас представлен достаточно широкий ассортимент молока и молочной продукции и достаточно широкий ценовой диапазон от самого доступного молока в полипаке до более дорогих его вариаций. Поэтому особых причин для переживания нет. Рост цен на молоко наблюдают по всей стране. Вслед за ним дорожают и другие молочные продукты. Так, например, сметана выросла в цене в среднем на 4%. В Хабаровске дотла сгорел музыкальный театр. Есть пострадавшие. Женщина получила травму, ее госпитализировали и еще двум мужчинам оказали помощь на месте. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров. Пожар тушили более 60 специалистов и 15 единиц техники. На полное тушение ушло более 7 часов. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Какой ужас! Так, надо сейчас дорогу пересечь, задохнемся же. При тушении взорвались 4 баллона с газом, обрушился фасад и наружная стена здания. Точную причину возгорания пока не установили, но известно, что в здании не сработала система пожаротушения. Отмечу, что музыкальный театр был центральным местом в Хабаровске для официальных торжественных мероприятий и международных форумов. Губернатор Хабаровской области, Хабаровского края сообщил о намерении восстановить театр. Далее прервемся на рекламу. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК-Нью. Там мы публикуем самые важные и срочные новости, обновляются каждые 10-15 минут. ТВК-Нью, подписывайтесь, если хотите быть в курсе. Депутаты Госдумы готовятся к принятию закона о запрете пропаганды Child-Free. Спикер Володин утверждает, что голосование будет поименным. Из Сибири на море и не только. Популярные направления и цены осенне-зимнего сезона. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-0065, и мы продолжаем выпуск. Голосование по законопроекту о запрете пропаганды Child-Free будет поименным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое решение председатель Нижней палаты парламента объяснил тем, что не все депутаты поддерживают эту меру. Володин даже пытался убедить коллег в необходимости запретить пропаганду отказа от рождения детей. Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Вы будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть. Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? На критику Вячеслава Володина ответили члены фракции «Новые люди». Парламентарий Ксения Горячева заявила, что законопроекту необходима доработка, так как в нем содержатся размытые формулировки. В таком виде закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей.
Напомню, в конце сентября правительство поддержало законопроект о запрете пропаганды движения Child Free. Документ предлагает ввести штрафы за распространение информации об отказе от рождения детей среди несовершеннолетних. Штрафы могут достигать 4 миллионов рублей для юридических лиц и 200 тысяч рублей для граждан и должностных лиц. Законопроект планируют рассмотреть уже в октябре. И еще одна инициатива из Госдумы. Депутат Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов. Свое обращение он направил уполномоченному по правам ребенка. С документом ознакомилась РИА Новости. Колунов считает, что взрослых, которые поощряют поведение квадроберов, нужно привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав. Так депутат отреагировал на видео из Омска, где женщина выгуливает на поводке своего сына, мальчик бегает на четвереньках, изображая собаку. В обращении Колунов отмечает, что в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы избирателей. Парламентарий также назвал квадробинг, цитирую, «напастью Запада». Конец цитаты. Напомню, квадробинг – это субкультура, приверженцы которой перемещаются на четвереньках и имитируют движение животных. Многие при этом надевают маски и накладные хвосты. Квадроберы – это чаще всего дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру. «Газпром» возглавил рейтинг убыточных корпораций в России. Исследование провели аналитики Forbes. По данным специалистов, в 2023 году убыток компании составил 583 миллиарда рублей. При этом чистый денежный поток от операционной деятельности вырос на 5% до 2 триллионов. Издание отмечает, убыток «Газпрома» имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса. По данным аналитиков Forbes, в первом полугодии 2024 года компания получила чистую прибыль более 1 триллиона рублей. Впервые о больших проблемах «Газпрома» стало известно в мае. В отчете компании за 2023 год годовой убыток составил 629 миллиардов рублей. Напомню, проблемы у «Газпрома» возникли и с одним из проектов – магистральным газопроводом «Сила Сибири-2». По ней природный газ должны были поставлять в том числе через наш край в Китай, Иркутскую область, Бурятию и Монголию. Сделать это обещали к 2028 году. Однако Монголия не включила строительство газопровода в план развития до 2028 года. Эксперты связывают это с ценами на газ. По словам специалистов, Россия и Китай не могут договориться о стоимости. Но власти Красноярского края все же планируют газифицировать регион именно к 2028 году, но уже без силы Сибири. В конце августа Михаил Котяков обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером автономную газификацию края. С 14 ноября из Красноярска можно улететь на Шри-Ланку. И туристы уже вовсю покупают туда билеты, путевки, так рассказывают турагенты. Тем временем на отдых в Турции спрос падает, а в Таиланд, наоборот, летит все больше красноярцев. Из мест для отпуска внутри страны люди предпочитают больше горнолыжные курорты. Туры скупают еще с мая. Впереди красноярцев ждут школьные каникулы. Кто-то предпочтет отдых на ноябрьских праздниках, а некоторые уже планируют Новый год. Куда отправиться в отпуск и, главное, сколько стоит отдых? В этой теме сегодня разбиралась моя коллега Стефания Гордиенко. Она в студии. Стефа, так почем сейчас слетать на море? Оля, привет. Добрый вечер, зрители. На самом деле цена тура сейчас зависит от нескольких факторов. Первое – это куда ты летишь, когда, насколько и насколько заранее ты приобретаешь путевку. В среднем цена отпуска с человека на неделю обойдется около 100 тысяч рублей, но можно найти варианты и подешевле. Сейчас обо всем расскажу. Турагенты говорят, что по-прежнему в топе азиатские направления. С каждым днем путевок становится все меньше. Специалисты делятся. Люди уже сейчас скупают туры на конец года так же активно, как на октябрь-ноябрь. Это наши любимые направления: Юго-Восточная Азия, Таиланд, Хайнань. То есть активно уже бронируются. Если в сентябре был сезон тайфунов и Пхукет штормило, Хайнань был под цунами, то теперь постепенно погода налаживается, ну и к концу года будет уже совсем пик сезона. Поэтому активно бронируются. Декабрь по большинству направлений является пиком сезона. Декабрь, январь, погода идеальная, если говорить про Юго-Восточную Азию.
Сейчас, в октябре, еще может быть волна, еще погода не настолько комфортная. Конечно, туры на декабрь дороже, но и качество отдыха будет выше. Одно из самых востребованных направлений сейчас – Шри-Ланка. Прямые рейсы из Красноярска запустят туда только 14 ноября. А спрос, говорят туроператоры, есть уже сейчас. Так, на 10 ночей на одного человека отпуск обойдется в 80-90 тысяч. Это на первые ноябрьские рейсы. К Новому году цена будет уже выше – около 300 тысяч рублей. Еще одно излюбленное место для отдыха – Таиланд. В ближайшее время на путевку можно потратить 100-130 тысяч на человека на 7 ночей. К Новому году, естественно, будет дороже, примерно 150 тысяч. При этом Таиланд круглогодичный курорт. И сейчас, по словам турагентов, на новогодние каникулы в топовые отели мест уже нет. А вот сезон Турции подходит к концу, и цены на туры падают. А зимой красноярцы и вовсе уже не смогут улететь туда прямым рейсом. Естественно, цены немножко пониже, но тем не менее все отмечают, что на данный момент цены стабильно высокие, я бы так сказала, потому что дорогой перелет, и туроператоры горячих туров практически не выкидывают. Если это случается, то это единичные какие-то кресла, 1, 2, 3 кресла, да, и, не знаю, дешевле, чем, наверное, 65 тысяч. Их и не было. Причем это совсем на непопулярные отели, естественно. Хорошие отели даже перед вылетом, либо стоят в топе, либо стабильно стоят дорого. Так, съездить в Турцию на ближайшие осенние каникулы паре взрослых с ребенком обойдется в 213 тысяч рублей за 6 ночей. Тур на двоих будет стоить 152 тысячи. Для сравнения, летом на 8 дней двум взрослым можно было слетать за 140 тысяч. То есть хоть сезон в эту страну заканчивается, но цены растут из-за большого спроса на путешествия во время школьных каникул. На фоне такой стоимости внутренний туризм выглядит выигрышней. Так, в Санкт-Петербурге вместе с программой и экскурсиями на неделю можно улететь в районе 80-90 тысяч на двоих. Курорт Краснодарского края также еще востребован среди жителей. Там сейчас как раз бархатный сезон, море уже прохладное и людей меньше, поэтому можно наслаждаться другими привилегиями юга России. Дышать морским воздухом и гулять по безлюдным пляжам и паркам. Так, в самом популярном отеле «Сочи Парк» в ноябре на неделю два человека могут отдохнуть за 115 тысяч. Однако направления внутри страны спрашивают реже, говорят специалисты. На это есть две причины. Первая – это жители не боятся путешествовать по России самостоятельно, поэтому не обращаются к туроператорам. А вторая – сезонность. Сезонность всегда влияет на выбор. И, соответственно, по России сейчас спрос гораздо ниже, нежели чем в сезон. И, соответственно, на Россию идет снижение цены. То есть море пока остается еще комфортным для купания, но, конечно, к концу октября новогодние даты – это уже только горнолыжные выезды в основном или просто прогуляться. Поэтому, конечно, на Россию спрос гораздо ниже, нежели чем вылеты за границу. По словам турагентов, один из самых популярных и доступных горнолыжных курортов – это Шерегеш. Специалисты говорят, в это направление выгоднее будет отдельно брать билеты и отдельно оплачивать проживание в отеле. Так, из Красноярска до Новокузнецка и обратно можно улететь от 8 тысяч рублей. В Шерегеш и Ергаки из Красноярска ходят и автобусные туры. Цены от 10 тысяч рублей за несколько ночей. Ближе к Новому году стоимость возрастет до 25 тысяч. В любом случае, с выбора места для отдыха точно стоит поторопиться, ведь люди начинают брать билеты и бронировать отели еще с мая. И в любом случае, куда бы вы ни поехали, турагенты советуют не затягивать с бронированием, потому что цены становятся все выше, а мест для выбора все меньше. Оля, на этом у меня все. Стефа, спасибо. Напомню, в студии была Стефания Гордиенко с обзором цен и направлений для отдыха за границей и в России этой осенью и в Новый год. Чтобы еще раз посмотреть этот материал или поделиться им в соцсетях, заходите к нам в группу во ВКонтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем YouTube-канале. А мы продолжаем.
Канализация бежит прямо в подвал подъезда. Жильцы дома на Вавилово не первый месяц терпят едкий запах и грязь в доме. Ремонта, по словам жильцов, здесь не было больше 20 лет. Что говорят в управляющей компании, куда обращаться в таких случаях? Разбиралась Екатерина Черных в рубрике «Говори на ТВК». Всем привет, это «Говори на ТВК» – место, где слышат каждого. Здесь мы с красноярцами обсуждаем городские проблемы, которые их беспокоят. Вместе ищем ответы и ответственных. Попасть к нам в рубрику «Можете и вы». Снимите видео о том, что накипело, и присылайте нам в любых социальных сетях. Ну а мы сделаем так, чтобы вас услышали. Все подряд бежит со стояков. Ужас просто. Топит все, до пятого этажа вонь стоит. Без ужаса не взглянешь. Источные воды и канализация – все это оказывается в доме на Вавилово 102. По словам красноярцев, вода в подвале стоит постоянно, но это лишь малая часть проблемы. Едкий запах поднимается выше и проникает в квартиры. А из-за грязи в подъезде ползут и тараканы. Жильцы говорят, ремонта в доме не было больше 20 лет. Общее состояние подъезда оставляет желать лучшего. Терпение красноярцев кончилось, поэтому что могут, делают сами. Вот эта батарея на протяжении долгих лет протекает, и тут своевременно наблюдается лужа. Обратите внимание на стену. Какие красивые. Этот человек себе красил стену сам. Мы обратились в управляющую компанию ЖСК, которая обслуживает дом на Вавилово. Вот что там ответили. Подвал в данный момент на просушке. Мы также заказали проведение дезинфекции и дезинсекции для устранения последствий затопления подвального помещения. Исходя из предоставленных видеоматериалов, можно предположить о том, что подъездному помещению требуются комплексные большие ремонтные работы. Жители проводят общее собрание собственников, оформляют решение о необходимости проведения такого рода работ. Протокольный документ передается затем в управляющую компанию, которая занимается конкретным домом. Управляющая компания, в свою очередь, составляет сметный расчет на проведение необходимых работ, после чего непосредственно уже формируется план работ на тот или иной период времени. Если и у вас возникла похожая ситуация, управляющая компания бездействует, обращайтесь в Стройнадзор. Там помогут разобраться в проблеме и заставят УК работать. Чуть-чуть не залетели под каток только что. Круто. Дорожный ремонт в Красноярске в самом разгаре. Это видео от подписчика мы получили на днях. На первый взгляд ничего необычного. На перекрестке улиц Семафорной и Матросова рабочие раскидывают асфальт. Рядом трудится техника. Работа на участке кипит. Правда, территорию здесь оградить забыли, говорит красноярец. И никаких временных знаков на месте также нет. Так вот делается ремонт дороги. Здесь машины. Ничего не перекрыто. Поехал каточек. Мы обратились в управление дорог. Специалисты рассказывают, это нарушение. По нормативам знаки на таких участках обязательны, поэтому подрядчику направят предостережение. Если вы заметили такой же неогражденный участок в городе, обращайтесь по номеру телефона, который вы видите на экране. Там примут ваше обращение и исправят недочет. Завершаем по традиции добрым и немного забавным. Красноярка встретилась со змеей на Токмаке. Кто и кого больше испугался, непонятно. Однако кожаный ремень, именно так назвала присмыкающегося красноярка, не стал нарываться на проблемы и мирно уполз по своим змеиным делам. Хвостом смотри, как дымит. Надо, чтобы она поползла. Давай, зайчик. Давай, ремень кожаный. На сегодня это все, а мы ждем ваши истории. Не оставайтесь равнодушными к городским проблемам. И, конечно, не забывайте делиться тем, что радует вас. Мы выслушаем каждого. Говори о важном на ТВК. До встречи. Врачи-дворники и повара вошли в топ дефицитных профессий в Красноярском крае. Каких еще специалистов не хватает в нашем регионе? Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В
Второй туннель метро начали строить в Красноярске. По данным пресс-службы краевого правительства, 2 октября запустили второй туннелепроходческий комплекс «Соломея». Машина весом 480 тонн получила название в честь сварщицы ЭВРЗ Соломеи Ряшиной. Комплекс пойдет параллельно первому от станции улица Шахтеров до станции улица Карла Маркса. Длина туннеля составит примерно 3 километра. По словам специалистов, техника преодолеет их примерно за 14,5 месяцев. Начало проходки второго туннеля приурочили ко дню метростроителя. Напомню, первый комплекс с названием «Екатерина» запустили в начале сентября. На сегодня машина прошла 161 метр. Каждый комплекс круглосуточно обслуживают 50 человек. Построить первую ветку рассчитывают к 2026 году. Врачи, дворники и повара стали самыми нужными профессиями в Красноярском крае. Аналитики платформы HeadHunter составили топ-20 дефицитных профессий края по итогам сентября. Острее всего работодатели нуждаются во врачах, дворниках, поварах, сварщиках и токарях. Также в топ вошли автомеханики, маляры и монтажники. В среднем на одну вакансию в Красноярском крае сейчас приходится 3 резюме при норме от 4 до 8 на вакантную должность. По данным специалистов, за первые полгода в крае спрос на персонал вырос на 22% относительно того же периода года ранее. Специалисты назвали самые редкие и самые популярные имена детей за сентябрь в Красноярском крае. Список опубликовали на едином портале ЗАГСов. Так, жители региона девочек чаще всего называли София, Ева, Анна, Варвара и Виктория. Мальчикам жители региона предпочитали давать имена Александр, Артем, Михаил, Максим и Тимофей. Самыми необычными мужскими именами в сентябре стали Нурмухамед, Курбан, Фатхулох, Зубаир и Ахлиман. Девочки же реже всего получали имена Элай, Салихахон, Дариана, Уултай и Арзу. Вправе ли управляющая компания делать перерасчет в течение года? Рубрика «Вопросы ЖКХ». Куклы-снегурочки, солдаты, мушкетеры Буратино, учитель средней школы из села Толстихино Уярского района и ее кукольная коллекция в проекте «Хоббики». Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-0065, и мы продолжаем выпуск. Может быть, компенсация за капитальный ремонт пенсионеру или нет? Вправе ли управляющая компания делать перерасчет в течение года? На эти вопросы прямо сейчас ответит эксперт в сфере ЖКХ Наталья Балабина. Должен ли платить за капитальный ремонт пенсионер, которому больше 70 лет? Может ли он рассчитывать на компенсацию? Итак, человеку 70 лет наступило. С этого момента у него возникает льгота на оплату капитального ремонта. Он обращается в органы социальной защиты, предоставляет документ, какого числа у него день рождения, 70 лет ему исполнилось, и ему фонд капитального ремонта начисляет 50% от этой той суммы, которая всем начисляется. И дальше, когда человеку наступает 80 лет, никуда обращаться не нужно, он автоматически продолжает получать компенсацию в виде 50% скидки за капитальный ремонт. Вправе ли управляющая компания делать перерасчет за жилищные и коммунальные услуги в течение года? Если не вправе, куда обратиться? Перерасчеты могут быть двух видов. Либо за жилищные услуги, либо за коммунальные услуги. Соответственно, за жилищную услугу тариф устанавливается как минимум на один год. В некоторых управляющих компаниях в протоколах 3 года прописывается, какой тариф у них будет за содержание, текущий ремонт. Поэтому никаких перерасчетов в течение года управляющая компания делать не имеет права в пользу своей управляющей компании. Что касается коммунальных услуг, это та счет-квитанция, которую мы получаем за холодную воду, за горячую, за отопление и так далее. Там могут быть перерасчеты в зависимости от того, сколько воды потребили. То есть здесь может быть. В любом случае, вы должны обратиться в свою управляющую компанию с заявлением и попросить разъяснить, на каком основании и почему был сделан такой перерасчет. В течение 5 дней вам управляющая компания обязана ответить. Если ответа не поступило, далее можете обратиться в службу строительного надзора лично на Парижской коммуны 33, она находится, либо через сайт. То есть там есть личное обращение, вы заходите на сайт и пишете обращение, и вам обязаны ответить на данный ваш вопрос.
Это была Наталья Балабина. Напомню, свои вопросы можно задавать по номеру 200-0065. Также пишите в Viber и WhatsApp номер 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Куклы и Снегурочки, солдаты, мушкетер и Буратино. Учитель средней школы из села Толстихино Уярского района Наталья Писаревская создает собственными руками наряды для кукол. О коллекции мастерицы в проекте Натальи Кечиной «Хоббики». Знаю, как ждали вы этот день, готовились к нему. Надеялись прийти на линейку, надев школьную форму и ленту «Выпускник 2020». Но все обернулось иначе. В 2020 году в связи с пандемией, дабы скрасить последний, увы, виртуальный звонок в Толстихинской школе, педагог по русскому языку и литературе Наталья Писаревская для обращения к выпускникам шила за ночь для куклы такой вот наряд выпускницы. Вот эта кукла была первая. Я ее выбирала среди всех, она мне показалась самой интересной, потому что их было очень много. Она была улыбающаяся, и именно ее я и выбрала. Несколько лет назад Наталья Владимировна увидела в интернете забавные наряды для кукол, которые шили рукодельницы всея Руси. Ее так заинтересовало это увлечение, что она тут же заказала куклу и попробовала сама тоже сотворить костюм. Ну и втянулась. Они по одной никогда не живут. Если ты купил одну куклу, то у тебя появится еще несколько. И вот такой интерес к ним, он все больше возрастает, и хочется уже других. А куклы появляются очень быстро, и вот просто невозможно остановиться. Кукол Наталья Владимировна покупает в состоянии, в чем мать родила. Ну а потом уже фантазия плюс советы мастериц из специальных групп в интернете. Там сейчас даже продаются целые мастер-классы по изготовлению того или иного костюма. Так в доме Натальи Владимировны появился мушкетер, всевозможные принцессы. Еще она обшивает, наряжает кукол периодически к какому-нибудь празднику. Вот, например, просто великолепные снегурочки к Новому году, а также девушки-солдаты. К 9 мая... Опять же, у нас есть в школе обязательно вот такая акция, где мы участвуем с учениками, оформляем какую-то фотозону, либо окна оформляем. И вот мои солдатки, они так хорошо вписываются. При создании нарядов требуется умение ведь не только портнихи, много вещей, связанных с шерстью. Кроме того, Наталья Писаревская научилась работать с бисером, вышивкой. Сама делает крошечные туфли и сапоги. В многочисленных коробках разложены материалы, лоскуточки, из которых придет время, будут сшиты обновки. Есть даже гардеробная и маленькие вешалочки. Планов у мастерицы великое множество. Есть неожиданная, сугубо педагогическая мечта. И это будет ученик и ученица, которые мне будут помогать вести уроки. И вообще у меня было в планах, это уж такой секрет для детей, конечно, я хотела бы, чтобы у меня на уроке была какая-нибудь кукла, какой-то литературный герой. И он мне помогал вот именно на этом уроке не просто урок проводить, а может быть как-то стимулировать детей на деятельность. То есть от этого героя они что-то могли бы получить за хорошую работу на уроке, за активность и так далее. Не было, наверное, еще человека, говорит Наталья Писаревская, кто бы, увидев все это великолепие, не прокомментировал. Поди ж в детстве в куклы не наигралась. Наигралась, отвечает она. Просто в любой женщине всегда, наверное, живет маленькая девочка. А еще в жизни у любого человека должна быть какая-то отдушина, добрая и светлая. И пусть кто-то поспорит, что это не так. Наталья Кечина, Вячеслав Кебиков, новости ТВК из Уярского района. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ.